Чарующие звуки сливаются в волшебные мелодии благодаря вокально-инструментальному проекту «Портреты Фа Диез». Нам выпала просто уникальная возможность заглянуть на репетицию к ансамблю, недавно вернувшемуся из масштабного гастрольного тура по 10 городам западной части Сибири. Наш путь уже очень долг, если сравнивать по каким-то меркам музыкальных групп даже в нашем городе, да, мы уже существуем 10 лет в этом году, то есть мы празднуем юбилей. Как музыка разнообразна своим бесчисленным количеством звучаний, так и ансамбль богат на талантливых людей. Участники проекта собрались из самых разных уголков страны и зарубежья. Здесь и гость с Алтайского края, и даже скрипка из Казахстана. Все эти люди объединились в своей любви к общему делу – музыке. В коллектив попал в 2011 году, очень интересная история. Ангелина попала на Алтай, где я уже избушку построил. Ну и отдыхал на Алтае, как положено, занимался там практиками всякими всевозможными, астрологией занимался. Ну, приехала и совратила меня на ансамбль. Необычное звучание обеспечивает огромное разнообразие как классических, так и экзотических музыкальных инструментов. Это и саксофон, и аккордеон, фортепиано, гусли, скрипка, контрабас, перкуссия, гусли и даже необычный инструмент – бузуки. Здесь В данном составе я играю на бузуке, это греческий инструмент, переделанный ирландцами. Я играю на гуслях, на академической модели гуслей, на различных видах перкуссии. У нас был концерт, Леша забыл свои туфли, и нам выходить на сцену, и мы говорим: «Лешенька, где туфельки?» Он говорит: «Не знаю». И он выходил на сцену, играл в валенках, а валенки без подошвы, зима, и они очень сильно соскальзывали, и патетическая соната Бетховена была с такими брымс-брымс по педали. Но самое смешное было, когда концерт закончился, Алексей вышел, мы ему сказали: «Леша, вот когда-нибудь ты вырастешь, будешь играть в Карнеги-холле Чайковского, придешь и будешь играть в валенках, это будет твоя фишка». Ну а в планах у ребят совместный проект с российско-немецким сообществом, а также концерт «Барокко и джаз», который состоится 20 июня. В нем ансамбль совместит две тени обычной культуры. Еще музыканты признались, что планируют выпуск нескольких альбомов, материал для которых уже давным-давно готов и ждет своего выхода в свет.